все есть. И она как раз дает, даст такую вот эту вот. Я буду пробовать. Так. Черная красиво тоже, на самом деле. Вот смотри. А? А почему она высохнет? Нет, она же будет серая, она не будет черная. Она черная не будет. Вот тун хорошо, когда одно. Знаешь, когда они повторяют, тогда это называется повторы. Ну вообще, да, лучше. А на смотри, там какие-то же коричневые. Нет, черный очень хорошо. Очень хорошо. До такой степени она не черная. Вот та хорошо, когда белая и черная, тогда хорошо. Белая натура, а черная получилась это. Вот это хорошо. А когда она тоже, ну не нужно. Она изменится. Да. Ага, да, вот она, вот она. Картина оживает. Да. Ой, ну это, конечно, только у тебя, да. Потому что и это, и вода, это, конечно, мастерство можно. Ну, конечно, конечно. Да. Манька не выдержит такого. А, вот этой шкурочкой, да? Шкурка, да? Сейчас, чем делаем? Знаю. Покажи, как получается аромат. Ну, подожди сейчас. Нет, ну пусть он покажет. Смотри, как интересно. Ну, камень просто. Может быть, да? Даже оставить? Ну ладно, тебе не надо пока. Нет, посмотри, пока хорошо, да. Можно вот оставить. Он ту показывал, как та вот. Первая была тут. Ага, это смывает. Понятно. Ой, ну здесь, конечно, проб нужно сделать. 1 200 000 штук, конечно, чтобы вот чувствовать это все. Вот как чувствовать мозаику. Вот что ты, солнышко, такое? Ну, конечно, когда тонируют, то нужны пробы. Так же, как и в живописи, да. В мозаике, в графике. Нужно чувствовать материал, чувствовать это, конечно, нужно чувствовать. А чтобы чувствовать, нужно делать. Сделай рассос-то, и будет просто. Действительно. Да. Покажи, что теперь получается, Роман. Ну, давай, ну покажи, покажи. Ладно. Я хочу, чтобы снять. Этапы-то надо снимать. Таня сказала, этапы снять. Ну, руку убери, посмотрим, что там. И главное, смотри, трёт. Давай. Так, здорово, так раз. Слушай, она, крепость ее сама, вот крепость. Вот мне что, в тех хорошо камни, но они не, они, вот, понимаешь, камень должен быть крепкий. Скульптура должна быть крепкая сама по себе, вот крепость ее сама. Упала и осталась такой. Понимаешь, да? Вот это вот. Вот графика должна быть вот тонкая, вот такая живопись должна быть какая-то тонкая, вот нежная. И холст можно прорвать. Это, понимаешь, в этом есть... Какой-то, а это материал, вот то, что приклейка, и это, понимаешь, чтобы это выходило в какой-то, знаешь, трешь это, а это вот мощь сама, стена, дом, скала, и это превращается в скалу. А? Скульптура очень. Хорошо. Да, на белый покажи, на белый, хорошо. На белый посмотрим. Слушай, ну надо останавливаться, хватит. Надо останавливаться. Чуть-чуть. Да. Видишь, это же он тоже, он же чувствует, он же сделал 100 штук там, или 1000, сколько? На 1000, наверное. И поэтому он, вот где остановиться, видишь? Ну, то есть пусть она будет, я хочу, чтобы другая была, вот даже вот сейчас первые эти штуки, чтобы они были другие, в отличие от этого всего. Ну как ты с этими шахматами будешь, как с этими людьми будешь, я не представляю, ладно, как тебе... Как шахматы, нет, ну это скульптуры, а как с этими будет очень тебе, конечно, просто, да? Не просто тебе. Ну вообще, да. Ну что, давай. Может, кислоту какую-то окунуть? Хватит тебе кислоту. Зачем? Нет, она снимет это все. Зачем тебе это снимать? Ты хочешь, чтобы было гламурный блеск? Мне нравится, но я просто... Давай посмотрим. Зелень сейчас еще добавим сюда. А добавишь, как ты добавишь? Чуть-чуть. На белый поставь, Арман. Сейчас, на белый. Нет, надо все этапы снимать. Так мы не видим, что за твоей рукой. Ой, прям такой народ. Тело получается... Тело земли, тело камня, тело получается какое-то. Вот это мне так нравится, получается вот тело земли. Вот что хотелось из земли, тело земли. Ну как бы его, вот он его вскрывает, тело земли. Вот сейчас получается, что вскрывает тело ну, земли. Ну давай посмотрим, тело, что получилось. Тело камня, тело вот этого железа, тело этого.
давай посмотрим, что получилось, Роман. Покажи. А с другой стороны. Ну что ж, интересно, да. Ну что, не то слово. Потом даже вот, Артём, ты чувствуешь вот это? Да, вот, можно да? ее тут да. гнуть, ломать. Что же приятно, что это вот. Конечно, нормально. Сейчас все будет. Ну просто, все замечательно.